Здравствуйте, дорогие друзья! В эфире у нас что правильно? Канал Максимат. За что еще может быть в эфире? И короче, прежде чем мы начнем модом пока до соседа играть, всех вас поздравляю с Днем Святого Валентина. И также всем подписчицам я отправляю вот такую вот валентинку. Вот такую вот валентинку. И подписчикам тоже. Скажу I love you all, you are number one. И все такое. Ну а теперь, к сожалению, нам придется отойти от Дня Святого Валентина. Потому что мод, который у нас сегодня в очереди, совершенно не катит под этот праздник. Аналогично случаю с 8 марта прошлого года. Нет, позапрошлого даже. Позапрошлого года. Потому что сегодняшний мод будет вот таким. Готовьтесь. Па-бам! Как достать Лунтика XZ? Да, короче говоря, про Лунтика мод. Сделан он, я видел, кстати, картинки, даже видео на ютубе немного. Выглядит он очень круто, проделан он реально круто. Но ё-моё, почему именно Лунтик XZ? Короче, здесь надо играть за Кузю, будем доставать вот этого жуткого, ужасного просто Лунтика, блин. Я бы не хотел бы в этот мод играть, если честно, потому что я боюсь, что увидят какие-нибудь маленькие дети, которым 5 лет, как моему кузу, и будут расти вот на этом, вместо мультиков нормальных советских. Но раз уж прислали, давайте-ка сниму. Надеюсь, что Вовчик это видео не посмотрит. Я реально против таких вещей, вот категорически против такие вещи для детей, вот вообще категорически просто против. И категорически против Хагивагина и все такое. Давайте уйдем с этого экрана, чтобы на это чтобы на этот ужас не смотреть. Это ужас просто. Вот лучше бы, знаете, бы как... А, слушайте, давайте сначала... Ну, здесь два уровня только. Давайте сначала вот что сделаем. Давайте сначала уровень начнем, потом уже продолжим говорить. Начало кошмара. У нас в лесу начали происходить различные убийства. Ходили слухи, что Лунтик уже не тот. 3 дня назад я пошел к нему за сахаром, услышав странные звуки в подвале, которого я ни разу не видел. Я оттуда побежал. Не, игру я обязательно удалю. Обязательно удалю после того, как сыграю. Какие ужасные звуки. А, я забыл отключить. Я забыл музыку включить. Ладно, сейчас давайте попадемся ему, как раз, чтобы узнать, что будет. Ужас какой. Фу, кошмар. А голос как у попугая Кеша, кстати. Так, давайте музыку включим. Я забыл ее включить. Как достать Лунтика X, блин. Короче, блин, вот лучше бы... Не, сделан он довольно проработан, но лучше бы сделали вот так. Лучше бы нормальный был бы Лунтик. Лучше бы вот... Вот как бы было бы уместно. Например, Вупсень или Пупсень. Доставали бы... Кого бы... Кто больше всех ненавидит Вупсень и Пупсень? Вот Кузя, по-моему. Вупсень или Пупсень... Достает Кузю. Вот. С нормальной атмосферой, не с вот этим... отвратительным кровавым кошмаром. Ужас. Фу, это играть вообще ужасно, отвратительно. Капец, я просто не могу в это играть. Не могу я на вот эту рожу смотреть, ну это просто, ну это же трэш. Я вообще я ненавижу такие моды, я ненавижу вот такие вот игры, я ненавижу... А, у нас еще и времени мало. А, это хардкор, господи, тут это. А это кто, это пчеленок, что ли? Ужас, фу, это отвратительно. Надеюсь, что за эту музыку авторских прав не нашлют. А, кстати, а что надо? А как? Фотоальбом. Явный фотоальбом надо, но я уже опоздал, поэтому... Не, ну это ужасно. Я не могу на это смотреть. Ой. Давайте еще раз попробуем.
Не, ну это кошмар, ну это просто отвратительно, я уже знаю, какую оценку ему поставлю. Он, конечно, сделан довольно круто, ну вот это вот хреново выглядит, конечно, но я не могу на эту рожу смотреть, ну это просто ужас, это ужасно просто. Я ненавижу, когда мультики вот под такую хрень переделывают. Кровавую, ну нахрена, вот серьезно. И, к сожалению, многим детям, вон Вовчику, например, такое нравится, это просто ужасно. Я просто, вот из-за такой херни, как вот это, деградируют наши дети. Я рос на чем? На советских мультиках нормальных. А сейчас какую-то хрень снимают. Полнейшую просто хрень, это я не могу. Ну, Лунтик, кстати, это не Лунтик, это анти-Лунтик, блин. Двигается медленнее, чем сосед из хардкора. А, звук это из этого зеленого слоника, блин. Ой-ой-ой, а я не успеваю. Да ну его, короче, нафиг, давайте сразу следующий уровень. Ой, господи. Ой, это ужас, это просто ужас, я не могу, ну это пипец. О. У меня такие кошмары просто реально... О, Соник. Ничего себе. Я просто охреневаю от такой фигни. Так, какого-то сотника он убил и сделал из него цветок. О, еще другого сотника он тоже с ним что-то сделал и превратил его в такого. Дверь закрыта, что за дела? Да мне плевать, что это за дела. Если честно, я бы хотел бы покончить бы с этим делом. Ой. Ужас, ужас, ужас. Я в такое не могу играть, это ужасно. Задолбал, да. Да ты задолбал! Твою же налево. Нет! В смысле? Ой, блин. Нет, слушайте, знаете, давайте-ка закончим с этим модом. Я не хочу это проходить серьезно. Это просто отвратительно. Это ужасно, я такое играть не могу. Это ужас. Проработано, конечно, но я, как я уже сказал, я ненавижу, когда с мультиками детскими вот такое делают. Это оценка такая, 1 из 5, отвратительно. Ужасно, ужасно, ненавижу такое, серьезно, вот сколько раз уже сказал. Просто ненавижу, всей душой ненавижу это. Автор, не обижайся, ну хотя, автор, я думаю, сам будет согласен с этим, надеюсь, по крайней мере, на это. Ладно, давайте к следующим модам. Надеюсь, он будет не такой плохой, как вот этот. Вот это другое дело. Может быть, в этом моде мы сможем нормально отметить этот День Святого Валентина. Этот мод выглядит намного лучше. Вот серьезно. Вот, кстати, предыдущий мод, вот реально, на мой взгляд... Самый ужасный мод из тех, что я играл. Это просто ужаснейший мод. Вот про Лунтика. Это просто ужаснейший мод. У меня желудок от него выворачивает, честное слово. Автор мода. Автор, блин. Чувак, который ошибки умеет лепить. Так, ограничение по времени давайте уберем пока. А хотя давайте оставим, зачем его убирать? Я чё, нубик что ли, ё-моё? Никакой я не нубик, у соседа пердак подгорает. Чистота самое главное. Какой главный? Он, да, главный. Он отмечает свой
день рождения быстрее, чем гладит вещи. Ротвейлер очень любит гладить свои вещи, но самое главное, что у него день рождения. А у него еще телек включен, интересно, смотрит ли Дом 2. Надеюсь, что нет. Так, вот как-то тут песня тут какая-то играет. Секунду, что за песня играет? А, из когда со студенты музыка. Ну ладно, этот мод лучше намного. Этот мод мне хотя бы даст, так сказать, расслабиться и успокоиться, так сказать, что ли, после предыдущего мода. Предыдущий мод — это вообще просто адище какое-то. Так, что с... А, тут ничего не надо делать. Тут сразу в торт свечу надо класть. А теперь в гостиную. Let's go. Неужели пердушку надо туда положить? Блин, нифига себе, да. Серьезно? А где взрыв? А где бабах? Я что-то нифига не понял. Ну, в общем-то говоря, окей. Блин, это... вот это было смешно. Вот тут, автор молодец. Серьезно, вот это было прикольно. А вот ну, то, что два утюга, это не прикольно. Это не прикольно. Ой, блин, а что я еще сделать забыл? А, телек, блин, я забыл про телек. А, давайте закончим. Давайте выйдем просто. Смешим Сирию. Забыл я про телек. За эту музыку авторские права нету случайно? Будет фигово, если будут. О, прикольная картинка, кстати. Подготовка к ремонту. Сосед ненавидит детей, которые играли в футбол. После этого он решил успокоиться и съесть тортик. Но сейчас он будет плесить ковер, а то он грязный. Пока он будет есть тортик, лучше прятаться в шкафу, да? Ну посмотрим, посмотрим. Блин, вот реально, на эту музыку, надеюсь, авторских прав нету. Будет очень фигово, если они будут. А сейчас музыка из КД Соседа 2. То есть, короче, тут уровни такие, что тут, короче, пакости. О, это он ест торт, правда, то, что он съедает, вообще не похоже на торт. Это похоже на яблочный пирог. Анимация и его реагирование тоже проделано достаточно неплохо. Не знаю, что фломастер даст пылесосу. Но это типа нарисовали на самом деле дыра. А, понятно. Да какое? Так, сделаем. А, он на микроволновку не посмотрит. Блин, ну ладно, в следующий раз посмотрит.
Но выманивать его в любом случае бы пришлось именно с этой стороны. Иначе бы он не... он же мог слабительного побежать в ванну. Блин, надо было тогда это не делать. Опять дую в микрофон. Кстати, про микрофон. Я заказал на Алиэкспресс новый микрофон. Или там, ну где-то у меня, ну я с помощью отца свой заказывал. Там где-то еще написано доставка из моего же города, причем сюда. Так что, наверное, микрофон новый быстро приедет. Так что радуйтесь, скоро будет у меня новый микрофон. Хороший причем микрофон. За 3000 рублей, ну 2900 точнее. Выглядит микрофон круто, написано для стримеров, все такое. Наконец-то от этого старого микрофона можно будет перейти на что-то новое, более современное. Самое главное, без этих потусторонних шумов. Кроме микрофона, я еще наушники беспроводные заказал себе. Потому что мне на новый 2020 подарили белые наушники, и сейчас они сломались. Перестало работать одно ухо. Есть у меня другие еще наушники с беспроводной китайские, но они быстро разряжаются, и качество у них довольно-таки не очень хорошее. Да, вот у меня точно такие же эмоции, наверное, могли бы быть после того мода про Лунтика. Ну, наконец-то он посмотрит на микроволновку. Опять музычка, я специально говорю, чтобы не распознали ее, собственно говоря. Так, начало нового дома. Сосед работяга, а теперь сосед готовится к новому дому и решил поработать. Но наш Вуди еще тут как тут, но сосед решил еще отдохнуть и поесть. Слитно пишется. А не раздельно. Конфеты и пить кофе много. Но Вуди... новое предложение с маленькой буквы. Но Вуди еще придумает, как ему отомстить. Еще время работать, а не отдыхать. Сосед пока что много ест, много и пьет кофе много. Так, еще раз говорю, что музыку не распознали. Я еще раз говорю, что музыку не распознали. Я хочу что угодно говорить, лишь бы мне авторские права не влепили. Ой, я, блин, попался, похоже. Договорился я, похоже. Так, еще раз говорю, авторские права мне не нужны. И без всякой нужды. Я не знаю, авторские права нафиг не нужны. И я опять попаду сейчас ему, блин. Музычка, иди нафиг. И я не знаю, что еще. Сосед, иди нафиг. Вуди, иди нафиг наверх тоже. Не получается у меня складывать стихи из слова нафиг. Так, музычка, заткнись. А сосед, пожалуйста, противоткнись. Так легко мне не получается их придумать нормальные. Ой, он сюда идет. Да сколько можно жрать конфеты, ну... Не ешь слишком много, да и так чересчур толстый. Пожуй лысто. Беги быстрее. Давай быстрее. Быстрее давай. О, повезло как. Это что за хрень? Не знаю, что это за хрень, но в принципе и пофигу. На нее ничего нельзя применить, походу. Блин, придется...
А, блин, точно, он сейчас сюда пойдет. Я забыл совсем нафиг. А, блин, а я же теперь не смогу набрать воды и успеть это подложить. Давайте заново, в общем, все это. Короче, наверное, конфетки пока лучше не подкладывать. Конфетки не подкладывать. Иначе он не посмотрит на это. Да, блин, я забываю постоянно вот это. Короче, скорее всего, сегодня не 4, а 3. Это слишком долго затягивается. Так, плоскогубцы сюда. А это сюда. В смысле не сюда. А, вот это. Сейчас бессмысленно подкладывать конфеты, потому что он тогда спустится вниз, и я не успею набрать воды. Тогда никак вообще. Беги в шкаф скорее, давай, 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 хорош, хорош, вот прям в миллисекунды прям. Успел. Но я не успею воды туда подложить никак уже. Не очень продуман. Не очень в этом плане мод продуман. Так, ладно, все сделали, теперь ждем. Ох, блин. Интересно, а зачем он спускается, потом опять залезает? Короче говоря, да, я еще раз напоминаю, что скоро, не помню в каком там, где-то в июне или в мае, но точно не в феврале, это оригинальному, когда соседа первой части исполнится 10 лет, и мы будем в честь этого марафон, так сказать, проводить. Будем перепроходить еще раз, когда соседа оригинальный, когда соседа 2 будем перепроходить, консольную версию, может быть, DS-версию будем перепроходить. В 2023 году. Может даже, может еще будем стримить.
Ужас, блин, музыка это. Так, блюдо почти готово. Как же здорово, что у вас есть новый дом. Но как же бесит, что у вас все это красивее дом, чем у вас. И да, сосед построил новый дом, свой. И даже лучше прежнего. Уже празднует с новосельем своими чипсами. О, одобряю. И всем говорит об этом в ВК. О, а почему мне не сказал? Время мести за это. Да, время мести за это. Какого хрена он мне не сказал? Я же играю в GTA Z, что он мне-то не сказал? Ух, ё-моё, что такие чипсы-то огромные. А музыка, заткнись. Опять музыка из когда студента. Так, что у нас тут чипсы? Какие? Дайте-ка на вкус попробовать их. Какие острые, блин. Не, они нам пригодятся точно. Я, кстати, пробовал чипсы со вкусом соуса чили, перца чили. Да, они реально острые. По-моему, от Лейса Стронг пробовал когда-то. Они реально прямо жгут. Не прям сильно, но жгут. Хотя были как-то раз чипсы одни, которые... Какие-то, я не помню название этих чипсов, но они вообще очень острые были, когда покупали. Ну, друг на день рождения ходил, покупал. Капец, я охренел. Но я их съедал. А почему чипсы выглядят как конфеты? Ой. Почему это? Компьютер стоит не в самом хорошем месте. Компьютер стоит. Он сейчас сюда пойдет, да? Блин. Давайте сразу огнетушитель бабахнем. Не знаю я, что надо. Блин, наверное, в ванну надо было заглянуть. Я отбыл там. Вот это же я взял там. Может, вот это надо поставить сюда? Нет. Не, серьезно, а что надо на компьютер поставить? Вот это что ли? А тут больше нечего ставить. А, сюда, в компьютер? А, у него тут на столе чипсы. Ладно. Вот такие чипсы тоже вкусные. Почему бы не поесть? Компьютер с чипсами. Ох, слюнки-то потекут у соседа. О, у меня уже у самого текут, на самом деле, я бы сказал. Кетчуп, а не кетчуп. Пишется. Эх, автор, ты почему так много ошибок наляпал? Иконка спрятаться в шкаф, она, конечно, от таз, я вам отвечаю. Давай, давай, поешь остреньких чипсов. Чего? Чё-то какая-то странная анимация была, если честно. Он вообще поел чипсы или нет? Эти. Или может он их в клавиатуру засунул, а она сломалась. Вот что желтенькое вот это лежит? Телефон что ли? Хотя говорили, что действие игры происходит где-то в 1989 году. Тогда таких мобильных телефонов маленьких не было.
Так что не знаю, что это. Может, книжка какая-то. А может быть, даже игра «Как достать соседа». Кто знает. Давайте следующий уровень. Что-то какой-то долгий мод у нас получается. Да. Блин, все. Работа возвращается, сет решил отдохнуть и построить новую комнату. Решил брать инструмент, чтобы собрать механизм, но как говорится. Что делает? Говорит ты ся, без мягкого знака. Лучше делать самим, чем самому. Ну или самим, может быть. Смотря в каком числе. Чем кому-то делать. Лучше делать самому, чем кому-то делать. Это лучше понимаю. Вуди решил прервать отдых. Прерывать отдых. И да, соседушка думает, что он на отдыхе, но нет, он на работе. Клей валяется всем люлей. Чего, блин? Блин. Дурацкая мод. Я уже думал, холодильник. Неужели это холодильник? Какой же это холодильник может быть? Зачем же он отобдрал все обои и так далее? Может быть, он их решил. Может, он решил обои, конечно, в розовый переделать. Розовые обои, как консольная версия, на клепать. Или как в этот Neighbors Back From Hell. Но кто знает соседа? Соседа нашего не знает никто. Он у нас очень непредсказуем, блин. Ух, да, реально долгий мод этот получается. Ну, наверное, еще хоть один надо показать. А, блин, да что ж такое? Блин, слушайте, ладно, давайте закончим, короче, с этим модом. А то это у нас слишком долго затянется. Если хотите, скачайте, сами пройдите. Ну ладно, давайте-ка этому моду плюс-минус поставим. И перейдем еще к какому-нибудь одному моду. Так, следующий мод называется просто когда соседа мод 1.1. И мы видим вот такой вот экранчик. Если бы не белый фон на логотипе, был бы очень крутой экран. А так, ну, лицо соседа загораживает, один рот только видно, и прическу Вуди тоже загораживает. Короче говоря, знакомство с домом соседа. Выключаем эту музыку. Это Цой. На Цоя могут действовать авторские права. Хотя Цой, насколько я знаю, Цоя уже в живых нету. Авторские права действовать, наверное, не должны. Но на всякий случай не будем мы это делать. И еще раз напоминаю, не присылайте мне модов, в которых есть музыка с авторскими правами. Это нельзя. Я не хочу страйк получать. Ребята. Так, уровень, который называется куча вопросительных знаков и бла-бла-бла-бла, какие-то еще знаки. Ну вот нахрена вот такой добавлять в мод, а? Так, здесь тоже комнаты поменены, как в предыдущем выпуске. Но в предыдущем выпуске тоже первый обучающий уровень пытались сделать как-то, чтобы там не просто вот эти серые комнаты были, а какие-то комнаты, но там это просто... сделано отвратительно. Здесь более-менее презентабельно еще сделано.
У Маши сделал гадость сердцу радость. Ничего не изменено по описанию. Шизофрении у меня нет, чувак, если чё. А вот здесь уже не в кассу выглядит совершенно. Вот это вот уже смотрится как-то не в кассу. Здесь уже отстойно сделано. И дверь как-то тут торчит некрасиво. А так, я так понимаю, здесь такой же уровень абсолютно. Ну давайте, давайте, давайте сразу следующий тогда. Посмотрим, что здесь. О, это еще хуже. Это еще хуже. Блин, давайте посмотрим эти уровни, чтобы чисто, чтобы посмотреть, что он еще тут понамутил. Шизофренический мод, я согласен, да. Автор просто даун. Ну, соглашаться с этим мнением не буду. Ибо оскорбление это всегда плохо от меня. Оскорблять подписчиков это плохо всегда. Так что не буду это делать. Но тоже, короче, выглядит ужасно, не буду это играть. Следующий яблочный пирог. Нет. Футбольные баталии. У соседа Натальи. А здесь даже ни хренашеньки нету. Ни хренатушки не изменено. Банный день. И ванная. Ужасно. Ну, я как понял, этот мод сделан был чисто для этого рофла. Рофлинский мод. Говномод, он же. Ну и оценка у него будет, конечно, соответствующая. Тоже ужасный мод. В него играть не хочется совершенно тоже. Ну вот. Ну что ж, друзья, сегодня вы в рубрике «Как достать соседа» моды увидели вообще самый ужаснейший мод вообще за всю историю этой рубрики. Это самый первый мод про Лунтика. Это вообще это отвратительный мод. В него играть не хочется совершенно. Вот вообще от слова совсем. От слова вы что там все охренели? Эх, я люблю Лунтика, я люблю его хороший этот мультик. Интересные персонажи. До сих пор даже люблю, можно сказать. И вот это, вот этот мод я бы прокомментировал так. Пробито новое дно. Как вы там совсем охренели? Какого хрена вы это вообще делаете? На сегодня все. С вас лайкосы и подписывайтесь с меня эпичные видосы. Еще раз всех с днем Святого Валентина. Подписывайтесь на мой стримовский канал, субтитры ВКонтакте. И всем пока.